Решение о создании молодежного волонтерского движения «Выбор за тобой» в Лангепасе было принято в мае 2001-го. Но официальным днем рождения считается 19 декабря 2002 года. Именно тогда на общем собрании был подписан устав и сформирован первый обученный состав. Волонтерское движение «Выбор за тобой» – это 258 активных школьников и студентов Лангепаса. Именно они проводят в городе профилактические мероприятия по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также ВИЧ и СПИДа среди подростков и молодежи. Их акции не проходят без игровых программ, флешмобов, мастер-классов и других занятий. Эмилия Шкильдина – руководитель движения. 6 лет назад она стала частью этой большой и сплоченной команды. Я на протяжении 6 лет уже являюсь руководителем волонтерского движения «Выбор за тобой». Мы пропагандируем здоровый образ жизни в школах, в политехническом колледже, да и просто для жителей города рассказываем, что курить и пить – это вредно. Есть ведь алкоголь и табакокурение. Альтернатива – это спорт. Также в центре «Фортуни» у нас есть различные кружки, куда можно ходить и вести здоровый образ жизни. Волонтерские отряды в Лангепасе созданы на базе всех образовательных учреждений, всего их 7. И каждый из них возглавляет руководитель из числа педагогов. С мальчишками и девчонками занимаются специалисты нашего города из разных сфер деятельности. Такие как здравоохранение, социальная защита населения, культура, образование, молодежная политика. Слово «волонтер» в нашем городе ассоциируется всегда, конечно, вот с работой движения «Выбор за тобой». Потому что все-таки мы стояли у истоков этого движения. И теперь, когда, вот я говорила уже, да, что это вот маленький ручеек превратился в огромную реку, прирастая новыми движениями, да, новыми какими-то направлениями, это дорогого стоит. И мир становится лучше. За 20 лет работы движения «Выбор за тобой» множество ребят внесли большой вклад в развитие молодежной добровольческой деятельности. Не только в городе, но и в Югре. Один из таких, Алексей Пысин, помнит, как все начиналось. В момент становления, и когда мы его вообще создавали, был такой большой личностный рост. На самом деле у нас у всех, кто его организовывал, мы много нового узнавали, нам много нового давали. Вот, очень много взяли мы из процесса создания и работы в последующем этом для себя и в жизни помогает очень. Волонтеры и руководители общественного молодежного движения «Выбор за тобой» были награждены почетными грамотами и получили памятные подарки. Валерия Ружицкая, Виталий Крылович, Тимур Зигангиров. Наши города.